Так, Харьков, 27 августа 2021 год, 0 часов 14 минут по Киеву, в Харькове. Не смог я все-таки уйти, не снял последний дубль на ISO-125. Уже больно. Шикарная у нас линия терминатора. Этот дубль будет бенефисом Луны. Буду наслаждаться только ею. Ну еще, наверное, Юпитер посмотрим. Ой, кратер Платон. Эпическая красотень, я не знаю. Плывет огромная глыба. Каменная над матушкой землей. Красивая, а вот тебе и кратер Аристарх. Линия терминатора все-таки поколоритнее. Ой, красота. Вообще полный штиль. Надо же, серьезно, я ложился спать, и сын говорит, Луну хорошо видно. А я даже не глянул, весь день облака, тучи, дождь. Ты ж моя лопатулечка, ты посмотри, как ты настрадалась. Сколько по тебе понаприлетало. И это ж все то, что на тебя упало, не упало на землю. Ну, большая часть, по крайней мере. Спасибо за это, конечно. Так, ладно, поехали на Юпитер, посмотрим. Thank you.
Ну что, я даже справа вижу Ганимед Ива сдвоенный. Он сейчас как один спутник выглядит. Но, по правде сказать, экваториальные полосы — это просто шик. Как сейчас выглядят в окуляре, не знаю, что это будет на экране, но думаю, они намного хуже. Вон у нас Европа подтянулась вверху экрана слева. Хорошо. На Сатурн наводиться не буду, уж слишком блекло он выглядит при таких настройках светочувствительности. Совсем мутненько на экране. Не видать его никак. В предыдущих дублях есть Сатурн. Пускай так. Наша красавица. 28 августа 2021 год. Харьков. 0 часов 22 минуты. По Киеву, Харькове. И это дубль последний. Ну, красотень и красотень. Да, есть немножко дымка, но после сплошной облачности это просто подарок мне на день рождения.